ребята тренируются не только, да, для физической силы, чтобы достигнуть каких-то успехов, но они тренируют свой дух, да, чтобы стать где-то стабильнее в каких-то проблемах, ситуациях, да, чтобы поднимался спорт вообще в городе Калининграде, чтобы ребята не двигались. Когда я начал заниматься тайским боксом, я начал ценить свое время, у меня улучшилась успеваемость в школе. Я занимаюсь тайским боксом, потому что я люблю спорт, мне нравится. Чтобы постоять за себя, за своих родных, за друзей. Для меня самое важное – это провести время с ребятами. Также, если ты юный, есть желание заниматься спортом, приходи заниматься. Будешь здоровым, держать себя в форме. Фонд «Пчелка» при поддержке комплекса «Белая стена» организует эти тренировки тайского бокса. Тренировки у нас проходят понедельник, среда, пятница с 4 до 6 по адресу улица Мусоргского, 10, 3 этаж, спорткомплекс «Белая стена». I'ma tell the world it ain't nobody stopping me. Trying to make the